Сзади номер не вижу, запаска стоит. Не останавливается, молодые люди в машине внутри. Молодые люди, что были внутри Нивы, оказались в состоянии алкогольного опьянения, а водитель еще и без прав. Поговорить с нами он постеснялся, однако причину неподчинения полицейским рассказал. Почему не останавливались по требованию? Потому что пассажиры сбунтовали. Уже через несколько минут стало ясно, почему водитель так боялся своих пассажиров, ведь их гнев обрушился и на нашу камеру. Меня не снимай вообще, в смысле, вообще не снимай. Молодой человек, какого меня снимает, на каком основании? Правда, позже взбунтовавшиеся пассажиры попросили прощения и раскаялись. Но их водителя, а уже доказано, что он был пьян, это не спасет. Ему грозит 15 суток ареста или 30 тысяч рублей штрафа. Водитель автомобиля Мардуа 146. Право принимаем, останавливаемся. Этот автомобиль полицейским не заметить было сложно. Он пронесся по Горького мимо экипажа с ветерком и пассажирами, практически сидящими на открытых окнах. Они встретили нашу камеру дружелюбно, даже чересчур. Изрядно подвыпившие девушки позировали и просили их сфотографировать. Вообще нормально. Мы сдали все экзамены, вы понимаете? Мы закрыли первую сессию. Кстати, именно из-за прекрасных студенток Дальгау, подвыпивших, непристегнутых и нарушающих все правила перевозки, пострадает трезвый водитель. Ему выписали штраф. На центральной улице города в это время занимались более тривиальными случаями. Проверяли уровень шума проезжающих мимо авто. В этот раз, на удивление, норму никто не превысил. Если мы посмотрим и сравним предыдущие мероприятия, когда мы проводили совместную работу, то сегодня мы видим, что водителей, которые управляют с глушителями, стало меньше, хоть и незначительно, но это заметно, это оценивают граждане, работу, которую мы проводим. Ну, я думаю, по ряду позиций тоже заметили, сегодня мотоциклистов на дорогах стало меньше. Всего за вечер пятницы и два выходных полицейские задержали 24 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Во время прошлого рейда их было 27. Кристина Добровольская, Михаил Величкин, программа «Город».